Всем привет! Вы на канале Творческая мастерская Яны Черной. И сегодня мы с вами будем делать вот такой бантик из репсовой ленты и кружева. Размер такого бантика 11,5 сантиметров. Вот такой он получается, очень нежный и легкий. Если вам интересно, продолжайте смотреть. Для работы нам понадобится репсовая лента шириной 4 сантиметра и длина нам понадобится 24 сантиметра, 2 отрезка. Соединяем края ленты с помощью клея. Готово. Теперь будем делать нижний бантик. Прошиваем. Стягиваем и фиксируем. Нижний бантик наш готов. Для верхнего бантика нам понадобится белое кружево. Его ширина по широкой части 4,5 сантиметра. И длина 22 сантиметра, 2 отрезка. Соединяем кружево тоже края между собой. Вот так. И по такому же принципу делаем бантик. Сшиваем. Вот и готов наш верхний бантик. И теперь здесь, где у нас ленточки соединялись, это будет верхушка. Прикрепляем наш бантик из кружева. Хорошо все приклеиваем. Теперь приклеиваем резиночку. Готово. И теперь займемся серединкой нашего бантика. В качестве серединки я буду использовать шеби-розочку в диаметре 4 сантиметра и вот такую бабочку. Такие бабочки есть разных размеров. В конце видео я вам покажу. Вот. Ее ширина 4 сантиметра и длина приблизительно тоже 4,5 сантиметра. Вот так. Обрезаем фатин вокруг нашей розы. И все лишнее забираем с помощью огня. Так, розочка наша готова.
Теперь будем крепить нашу бабочку. Берем иголочку и нагреваем ее с помощью огня. И теперь в бабочке делаем две дырочки. Есть. Этот хвостик я срезаю, он нам не нужен. Вот. И теперь будем нашу бабочку пришивать к розе. Теперь будем пришивать бабочку к розе. У нас бантик здесь, у нас бабочка на этой стороне, мы будем делать на другой стороне. Примеряем. Вот. И пришиваем. Вот, бабочку пришили, и теперь закрепляем ниточку на изнанке нашего цветка. Готово. И серединку бабочки я буду украшать помпоном, размер которого приблизительно 5-6 миллиметров. И вот так приклеиваем. Теперь будем собирать наш бантик. Талию бантику я буду делать ленточкой шириной 6 миллиметров. Ленточку прокручиваю кругом бантика два раза. Лишнее обрезаю. Вот так. И теперь буду приклеивать нашу корону. Смотрим приблизительно, где она должна быть. И приклеиваем ее к бантику. Теперь приклеиваем нашу розочку.
И бантик готов. Вот такие получаются интересные бантики. А теперь покажу вам пример использования других бабочек. Вот здесь у меня такая большая бабочка. Бантик сделанный из кружева. Размеры те же, что и на наших бантиках, которые мы сегодня делали. Такие. Далее вот такое я сделала из самой органзы 4 сантиметра. Красная бабочка здесь. Здесь тоже все размеры одинаковые. И вот такой, только здесь я бабочку не пришивала. Здесь кружево и органза с атласным краем. Вот такие интересные бантики. А у меня на сегодня все. Если вам понравился мастер-класс, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. Впереди еще много интересного. Всем пока!